Друзья, всем привет! Если помните, вот я выкладывал видео о подвоях, и тогда я вот здесь вот вдоль забора сажал подвои П-60. Они там почти без корней были. Меня еще спрашивали, вот приживутся они или не приживутся. А вот уже выросли саженцы из них. Правда, некоторые у меня погрызли здесь мыши. Один вон там, видите, слабенький оказался. А вот эти вот я привил. Тут еще. И выросли вот такие саженцы из этих палочек, которые были без корней. Толщина в диаметре где-то 1,5 сантиметра, чуть более. Здесь более 2. Сам подвой он толще, чем привой. Высота где-то 1,70 м. Ну, сейчас я вам еще откопаю один, покажу корневую систему подвоя П-60. Вот такая вот у него корневая система. Не сильно такая густая, но это вообще значения не имеет. Приживаются они замечательно. Сам подвой здесь 40 сантиметров. 20 сантиметров в земле. И 20 над землей, ну, для сдерживания роста в интенсивном саду. Такие саженцы, в принципе, растут и без шпалеры. Сейчас я вам покажу, как они без шпалеры выглядят. В принципе, держатся крепко они. Вот одно дерево. Сорт Антей. Вот так подвой выглядит. Видите, высота 20 сантиметров от почвы. Такое веретено здесь. Кольчаточки заложились. Давайте посмотрим. Вот видите, я его качаю. Он, в принципе, очень крепко держится. Ну, в крайнем случае, если, допустим, колышек какой-то сделать или привязать веревкой, если вдруг он начнет клониться в сторону. И все, собственно говоря. Так что можно, в принципе, попробовать и без опоры.